Нагулявшаяся Пугачева вернулась к мужу. Лето 2017 делает прощальный взмах и улетает. А вместе с ним закончились и каникулы Аллы Пугачевой. Уже не первый год она проводила июнь, июль и август в шикарной резиденции в курортной Юрмале. Примадонна с детьми выбрала виллу Марта, в которой 6 спален, бассейн, библиотека, баня, зимний сад, кинозал, оранжерея. Правда, певица находилась там не безвылазно. Успела слетать в Москву на свадьбу старшего внука Никиты Преснякова. А потом еще побывала в Баку, где выступала на музыкальном фестивале «Жара». Гуляла по старому городу и навещала могилу Муслима Магомаева. А 30 августа фирменный поезд привез семейство народной артистки в Москву. На Рижском вокзале нагулявшуюся жену, двоих детей и их нянечку встречал Максим Галкин. Он соскучился и снимок сопроводил лаконичной, но красноречивой подписью «Ждем, дождались».